Всем привет, с вами Арсений, интернет-магазин Топ-Темп и наш видеообзор вот такой замечательной лампы, которая устанавливается на отечественные газовые баллоны 5, 12, 27, 50 литров, вот, и работает от пропано-бутановой смеси. Вот. Лампа очень простая в эксплуатации, просто в комплектации уже идет необходимые для этого детали. Так, это переходник угловой с подключением на российский баллон, потом дополнительный запорный механизм и непосредственно сама лампа. Сейчас мы посмотрим, как эта лампа устанавливается. Для этого нам необходимо что? Здесь у нас внизу достаточно все просто. Здесь есть два болта с барашками. Это, видите, они фиксируются упором в баллон. Вот, что предотвращает различные наклоны от оси своей. А здесь простая дельта у нас идет, которую вы просто затягиваете. Дополнительных прокладок покупать также вам не придется, потому что все прокладки уже запрессованы внутрь. Верхняя часть лампы у нас, как видите, откручивается, и откручивается сам запорный механизм подачи топлива. Для подачи топлива. Ну, также у нас есть вот ручка для транспортировки. Сверху у нас крышка. И само стекло. Вот. Для того, чтобы запустить эту лампу, нам также понадобится в данном случае мы будем использовать сеточки для газовых ламп от компании Kavea TKL-961. Они самые большие в своем модельном ряду. Для того, чтобы запустить лампу компании Orgas, нам потребуется одна сеточка. Почему именно эти лампы, сеточки? Потому что это самые большие сеточки в своем классе. Вот. Пока она вот не обожженная, пока вот мы только из пакетика ее достали, она вот, с ней можно делать практически все, что угодно, но в пределах разумного, наверное, все-таки. Вот. После чего нам необходимо эту сеточку зафиксировать на гусаке лампы. Тут предусмотрены специальные веревочки, которые мы просто затягиваем. Сеточку мы просто затягиваем на гусаке, на узелок, можно на два, и лишние кончики впоследствии обрезаем. Вот. Дальше наше действие котея. Нам нужно установить каркас лампы сеточкой на вентиль. Непосредственно на сам переходник. Если у вас уже лампа сама установлена на переходник, то процедуру разборки вам производить не обязательно. Вот. То есть мы сеточку установили, теперь нам следует сделать что? Закрыть полностью запорный винтик. На баллоне слегка приоткрыть подачу газа. После чего мы открываем немного запорный механизм и слышим, как пошел газ из гусака. Газ пошел, берем зажигалку и поджигаем сеточку. Вот. Газ в этот момент не тушим,
сеточка у нас, получается, обжигается. То есть в состав сеточки у нас входит асбестовая ткань, которая при обгорании, она катализирует... Она катализирует... Ну, в общем, в самой сеточке сжигает, сгорает газ. Выделяется огромное количество энергии, которое в дальнейшем и создает освещение. Вот, сейчас я демонстрировать это не буду, вследствие того, что так находимся в помещении, и баллы у нас еще не заправлены. В дальнейшем я вам покажу, как это полностью работает, вот, но уже в более короткой форме. Ну, вот, то есть сеточка у нас обгорела, вы видите, она побелеет полностью. Вот, после чего следует сделать что? Закрыть подачу газа на баллоне, закрыть подачу газа на лампу. Все. То есть лампочка у нас получится потухнет. После чего, как помните, сеточку до момента обожжения мы ее могли мять, сейчас уже этого делать нельзя. То есть сеточка будет очень не любит механические какие-то повреждения, воздействия, то есть тряску или еще что-то. Она может просто осыпаться. Если она осыпалась, вам придется заново проводить всю процедуру. Поэтому нужно относиться к ним достаточно нежно. После чего устанавливаем аккуратно стекло на свое место. И установим крышку от лампы. Ну, соответственно, вот эту пленку я сейчас снимать не буду. На крышке белой, ее просто снимите и установите, чтобы она не сгорела. В принципе, крышка садится очень прочно, после чего вы можете устанавливать, не устанавливать вот эту ручку для переноски, потому что если баллон толстой, я, допустим, могу его еще поднять вместе с лампой, но боюсь, что если будет там газ находиться, то может не выдержит эта ручка. Что еще можно сказать об этой лампе? Расход газа у нее получается порядка 160 грамм в час. То есть это при максимальном, если вы на максималку лампу включите, у нее расход будет 160 грамм в час. Размеры у самой лампы непосредственно получается 230 у нас высота и 145 это диаметр лампы. Вес лампы 792 грамма. Лампа газовая от компании Оргаз, модель R625. Меня зовут Арсений, подписывайтесь на наш канал, участвуйте в наших конкурсах, вступайте в группу на Фейсбуке. Рекомендую.